24 ноября состоялось торжественное открытие памятника великому русскому полководцу Александру Суворову. В Ульяновске монумент установили не случайно. В 2011 году стартовала областная целевая программа «Увековечение памяти лиц, внесших особый вклад в историю Ульяновской области». Монумент почти трехметровой высоты отлит из бронзы. Автором проекта является ульяновский скульптор Олег Клюев, главный инженер проекта Дмитрий Нестеров. На открытии памятника собралось много гостей. Среди них присутствовал экс-губернатор Ульяновской области, командующий воздушно-десантными войсками Российской Федерации Владимир Шаманов. Нацеленность на результат, сохранение и возрождение традиций – вот это непростой путь, который позволит нам совершить прорыв и восстановить свое место, которое Россия заслуживает. В завершении церемонии состоялось возложение цветов к памятнику Александру Суворову, а также торжественный марш воспитанников Ульяновского гвардейского Суворовского военного училища и воинов роты почетного караула Ульяновского территориального гарнизона.